А работники предприятия «Одежда» могут проголосовать на работе. Избирательный участок организовали на предприятии. Порядка 50 сотрудников смогут исполнить гражданский долг. На участке предусмотрены средства индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции. Это принятая в государстве форма голосования и на предприятии, где люди работают, и по месту жительства. Более того, по сегодняшнему дню я могу с уверенностью сказать, что такая форма голосования вполне приемлема. Очень удобно, никуда не надо идти. Мне бы пришлось ехать далеко, поэтому очень удобно, когда вот пришли к нам на предприятие, и мы вот проголосуем.